Лицо, конечно, такое серьезное этого дикого. Максимально. Даже губы вроде так немного, вот он так тот. Как Александр Невский, знаете, делает. Чтобы казаться как бы так более, типа, брутальнее. Абсолютно. Синий лазер, блять! Откуда взялся синий лазер? Откуда синий лазер на дороге передо мной? Может, это СВД был человек, блядь? Слушай, похоже на то. Сука. Где второй? Бля, с двух сторон подпушивают. Минус 4. На, ешь. Гранатки есть? Это клановая, да, походу? Новая каска. Они просто ходят там по железу. Ну перепрыгни ты уже. Хочет он, короче, прыгать. Это что, шестой? В смысле шестой чел? Сука. Два сильных кровотечения у меня. Блять. Что-то они перестарались с этими кровотечениями, ребят. Блин, ты кто такой, чел? Откуда ты вообще взялся у меня в тылу? Охо, и у него еще и два этих, бля. Два жетона. Это убийца какой-то, что ли? Кстати, вот парень с одаркой. Я его тоже взорвал.
А сколько я народу убил? Простите меня. 7? Понятно. Так, давай собирать потихоньку. Урожай. Этот мега беспалевный. Во, сюда. Блять, бот. Нахер отсюда. О! Ух! Хорошая катка. Так. Пам-пам-пам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, семеро я убил. И вот это вот он собрал и утащил своего тиммейта. Нормально. Что я могу сказать? Хорошо. Хороший был контакт сейчас. А кого загрелись-то, ребят? Какая там клавиша разряжать патроны? Ctrl-R или типа того что-то. По кому, блин, боты работают? Я не знаю, пойдем. Опа. Нас двое, окажется. Там челик. Откуда ты взялся такой красивый? Сели? Главное, удачно АПшки нашли. Потому что такого типа я бы обычной дробью бы точно не убил. А так я ему чисто взобрал АПшка и залетел, и все, до свидания. Как ты сделал старый вид FPS с NVIDIA Experiments? Сейчас по-другому показывает, по-старому. Я его не обновлял. Такой вот, знаешь, рабочий метод есть. Не торопиться, блин, с обновами NVIDIA. Я уже привык к этому, что не надо торопиться. Челобот? А какая минута рейда? 40-я. Интересно. Чем он таким стреляет? Ну, это ПС-ки же обычные, правильно? Да, ПС-ки. Он мне ПС-ка и повесил сильное кровотечение.
второму этажу ходит. Лагает сервера. Так. А чё мы тут сидим? Да ладно. Двое. Минус оба. Чё? Ну, видимо, время пришло полутать, потому что у меня нет бейсбола, ни хрена. Да. Вот в кого тут они работали, что я услышал, как он крикнул от попадания. КМ. Пойдет. Слабовато перевернул. Двухэтажки. У него ты забрал АКМ 7,62. У него. А, сейчас я почитаю лучше, потому что я все прослушал из-за машины. Так. Ну, считай, два челобота и три ЧВК. Минус два. Блин, не выйти бы. Восьмой уровень, блин, чел. А что ты без броника-то? Как ты вообще тут оказался? Второй, но это хотя бы. Здесь человек, вот здесь. Вроде как. Ага. Умри, блин, алё. Гитрите сейчас по нему зажал. Вы видели? И он просто стоял на месте и не двигался. Блин, ну серверам очень херово, ребят.
69-й? Серьезно? Немножко такой... Немножко прокачанный челик у нас тут, короче, ребят. Совсем немного. И 62-й. Но это слишком бронебойные патроны. Слишком бронебойные. Этим, кстати, в бошку обоим попал. Но вот второго очень долго расстреливал. Его залагало на месте, он так встал. Я просто его расстреливаю, расстреливаю, расстреливаю. Он валивается. Это по меченке бегает. Водить. Да ладно. Ладно, нахер. Это что такое? А, это квас? Давай сюда. Квас я еще не пил. В этом патче. Удивительно. Вообще, обычно они сразу исправляют, прямо моментально, как бы. В скобочках нет. Так. Давай, до свидания. Жестко урезали, поэтому так. Собачье! Решил... Блять, вот кто. Вот же тайминг, а. Кто? Так, кто тебя убил? Смосеньки. Ну да, вот этот челик его и убил. Понятно, короче. А, с адками FPS я даже боюсь лутать. Потому что... В момент собирания жетона меня могут просто убить. Когда я залагаю. Идем на выход, короче, рестартить сюда. И курил. Интересно. Ага. Двое, блядь. Спокойно. Отступили, походу, да? Блин, опять такой тайминг. Я просто выхожу для них в open, и они идут на меня как раз. У меня где-то у здания. Лови.
Так. Проверочная фаешечка. Рсаска. Хера. Так, давай сюда, 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 сюда. Сюда, игра. Вот слева ходит? Или мне кажется? Так, что вы там про флешки новые? Ну, в смысле, про патроны. А, ну отлично. Вот видите, здесь какая высота, да? Да. Я в детстве раза в три выше высоты прыгал. Кто-то бегает. Где он засел, как думаете? За углом тут? Не спрашивайте, как я узнал. Опа. Да ладно. Нет, 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 нет. Двигайся, двигайся, двигайся. Вот гляньте на мою руку, как я сейчас шевелюсь. ЧВК, сука, просто стоит, блядь. Просто стоит, как бы. Я сейчас почти сдох из-за этого.